Отлично! Знакомьтесь, я новый мэр города Жуковский. Нормально? Отлично! Итак, сегодня мы начинаем нашу жуковскую миссию. Отлично! Свои вопросы новому мэру города Жуковский. А, паук, например. У меня есть такой вопрос. Я студент Московского авиационного технологического института. Жуковский — это будущий Паукоград. И я на это надеюсь. Вопрос, есть ли у меня в нем будущее? У меня будущее есть. Скоро построим новые космические корабли, например, да, Вася, и летающие громадные жуки, например, в общем-то. Почему у Жуковского была фамилия Жуковский, например, да, называется? Потому что его заставляли создавать аэродинамику, например, но хотел изобретать летающих громадных жуков, которые могли бы довести жителей Жуковского до планеты Марс, например, где находится громадное количество полезных ископаемых, например, которые мы будем сюда поставлять, бегать, продавать и деньги делить сторону на всех жителей Жуковского. Ясно? Паук, я в этом попытаюсь непосредственно участвовать, например, металл! Да, видите, сегодня стоит тревога. Также Фредди Крюгер, например, который бегать будет мочить всех зубочников, сонеров, например, сюда. И другие темные силы, которые мешают нам за радостную и ударную жизнь с моднейшими делами. Понятно вам?